план мой не удался. Так то бы было уже от Миколая. Любой каприз за ваши деньги. Лекция игры на саксофоне. Всем привет, приветствую вас на моем канале. И сегодняшняя главная героиня, конечно же, столица Польши, Варшава. Прогулка по старому городу и не только. Праздники у нас уже закончились, но хотелось бы вам показать, как выглядит Варшава после Рождества и после Нового года. Все равно присутствует рождественское новогоднее настроение. Кстати, это мое первое видео в этом году будет. Так что приглашаю вас на прогулку. Картофель. Это Линка повідала, що їй ще не подобається готель Брістол. А я там не мав, якщо ще чим подобається. Завжди мені. Мы сейчас идем по улице Краковские Предместья, если точно переводить, пригород Кракова, и направляемся в сторону старого города и рынка старого города. Князь Юзеф Понятовский, а сзади него президентский дворец. Прошу, так и споткання с королькой. Мне сподівання. Да, и его нова пыта для меня специально. Зачекай другую ренку. О, прошу бардзо, мам. Файно. Его слухання. Так, але не, попрошу зараз автограф. Автограф. No. Ну, надо, не, тут треба розпаковувати. Да-да-да, официальное распаковывание, такой презент, прошу. Идешь на старухи, ничего еще не сподеваешь, а то одразу прошу, презенты. Иди, сдал им аккурат ден, костюм Миколая, так то бы было же от Миколая. Ну, вот, давай. Да, чарным. Ну, 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 что? О, здорово. Я напишу покрутце, то да, Лере. Да, Лере. О, ну. Валерий, чтобы не было. Валерий, да хорошо. А видишь? О. Ну и супер, зайдите. Ну и сейчас вам... Так то есть, мои дорогие. Ну, прошу, Езу, дзięki тебе большое. Послухам no. Собе. А не, зачекай, еще здесь я слухаю. Только сусідів за бардзо не кадуй то музиком, бо то... Yes. Я не мам зараз сусідів. Так, лекція гри на саксофоні. Лекція... Мамы всички, лекции подставовые, докладно. That's right. Докладно. Ти-ти-ти-ти-ти. Ну и уж, ну и сейчас будет научить тих коверов знаних тим тири, А артиста мови, що ще стресує, а я мови, що я завжди ще стресую. Сейчас я вам покажу главную елку Варшавы. Самую-самую главную. Зигмунд тоже стоит. Все на своих местах.
Рынок старого города, как всегда, красив. Вы можете здесь вкусно поесть. Кстати, можете съесть мою любимую килбасу, по-русски колбаса. Выпить горячего вина, по-польски это называется гжанец. Я, к сожалению, без гжанца, потому что я машиной приехала, и у меня обычно гжанец на одном не заканчивается, поэтому пришлось вообще воздержаться. Также тоже можете покататься на коньках. Надеюсь, у меня скоро когда-нибудь я научусь кататься. А сейчас пока могу любоваться, как другие катаются. Пані już zaprasza. А это очень известная кондитерская Ведел. Ну, может быть, когда-нибудь даже сниму целое видео про эту кондитерскую. Что, пани пожала? You shouted out that I could hear a word you say.
хотела вам заснять сад Света Вильянови, но, к сожалению, столько людей сегодня. Сегодня суббота, поэтому план мой не удался. Но я приду на будний день, потому что людей ужас как много. Как вам обещала, покажу огород Света в Вильянове. В общем, мне повезло. Специально для вас я пришла сегодня в четверг. Людей нет. Но идет дождь, ветер очень сильный. В общем, короче, фонтан. Погода, конечно, не очень, но чего не сделаешь ради любимых подписчиков. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Королевский сад Света в Вильяновском дворце – это выставка под открытым небом, в которой тысячи цветных светодиодов, расположенных в сложных формах. После наступления темноты посетители парка Вильянова могут попасть в 75-метровый световой туннель, где играет классическая музыка. В некоторые вечера дворец Вильянови меняется до неузнаваемости, и в выходные он вас также приглашает на зрелищное отображение на фасаде дворца. Здесь находится более 25 тысяч экологических эко-светодиодов. В прошлом году дворец посетило около 300 тысяч человек. Ну вот и все, мои дорогие. Я надеюсь, что вам понравилось видео как никогда, потому что получилось у меня войти сюда, в Вильянов, и вам показать огород Света только со второго раза, потому что первый раз я не попала, потому что была такая очередь, что мой вам совет: не приходите сюда в субботу и в воскресенье, потому что, и думаю, что в пятницу тоже много людей будет. Я пришла в четверг, поэтому людей, как видите на видео, не было много, но зато комфорт, можно себе походить, поспокойно посмотреть. Подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!